Около полугода мое исследование лежало просто нетронутым. Изучать контент и применять его в деле сразу же. Это еще и замена традиционным занятиям с учителем, когда вы читаете вместе текст. Всем привет! Это Оля Лоши и мой канал Нули Чайнис. За время моего отсутствия на YouTube, это года, наверное, два, я раз 100 хотела вернуться и полноценно начать его вести. Но я тогда пообещала себе, что нужно закончить китайский универ, написать диплом, и только тогда я могу вернуться к YouTube, потому что все-таки это требует таких больших усилий. И только в начале 2023 года я взяла себя в руки и начала писать диплом. На минуточку, я должна была написать этот диплом еще в прошлом 2022 году. И вот в мае-июне этого года я наконец-таки его успешно сдала и защитила. Около полугода мое исследование лежало просто нетронутым. Я его начала, но так и не развивала. В общем, последний год особенно был очень сложным этапом в моей жизни. В моем всем обучении за все годы это был реально самый-самый сложный этап, потому что это все-таки другой язык. Нужные формулировки все-таки дипломные, научные, за что преподаватели очень сильно хотели заставить меня что-то переписывать, потому что я формулирую очень-очень просто, как иностранка для их мерок, это все очень-очень дентан. И вот я здесь с вами, чтобы сообщить, я смогла и готова снова радовать вас классным контентом на китайском и о китайском. Я жду ваши любые идеи, тем видео о том, что вас интересует, о китайском, о Китае, об университете. Буду собирать ваши запросы, таким образом собирать темы для новых видео. И вторая тоже очень важная и очень крутая новость, это то, что я создала свой проект, это Nuli Club. Я создала его, потому что понимаю, насколько сложно вне среды изучать китайский и практиковать его. Сложно иметь много соприкосновений и системные соприкосновения с языком, чтобы практиковать его не абы как, не слушая что-то без какого-то анализа, рассуждений и так далее, а изучать контент и применять его в деле сразу же. Это самая главная задача клуба. Также это совместная практика, то есть я помогаю на вашем пути и другие участники, которые изучают язык с вами. Также клуб — это такой мост между пассивным владением китайским языком до активного словарного запаса и продвинутого уровня во всех навыках. Это говорение, чтение, аудирование и письмо. Клуб — это еще и замена традиционным занятиям с учителем, когда вы читаете вместе текст. Наоборот, вы изучаете текст или любой другой материал, аудио и видео самостоятельно, и приходите на практику, чтобы применить эти знания, а не тратите время урока на то, чтобы просто изучить материал, когда мы уже сами это можем сделать, и до самого главного часто мы и не доходим. Занятия как раз направлены на то, чтобы сразу же практиковаться, не тратя особых усилий или времени на то, чтобы дойти наконец до этих заданий. Занятия в клубе направлены на изучающих с уже освоенным HSKM-2 и выше. На данный момент клуб уже действует, и я жду новых участников. Присоединиться можно вообще в любой момент. И так как формат новый, доступна пробная неделя, где любой желающий сможет прощупать и попробовать наши занятия в деле. А подробности о клубе и как вступить по ссылке в описании. Недавно вот тут я подытожила свое обучение в китайском вузе и рассказывала об изменениях в своей жизни за прошедшие 5 лет. И ключевое изменение — это, конечно, качество моего преподавания, подхода к урокам, в целом подхода к моей работе, потому что я вроде бы всегда вдохновлялась тем, что я делаю, и мне это все нравилось, но я начала только сейчас понимать, сколько я реально пользы могу дать изучающим китайский. И на данный момент я хочу это все начать реализовывать с помощью как раз YouTube-канала, других соцсетей и моего клуба. И я приглашаю вас наблюдать за этим процессом, развиваться вместе, преодолевать трудности вместе. Так что жду от вас комментарии, поддержку, обратную связь и ваши самые главные волнующие вопросы. Увидимся в следующих видео. Спасибо за просмотр. Пока!
Thank you.